Всем привет! Потихонечку собираемся, я чуть раньше зашла. Здравствуйте, здравствуйте, Оленька, Танечка. Так, попрошу сразу, кто зашел, за сердечки огромное спасибо. Лучше ставьте их прямо в комментариях. Здравствуйте, Ирочка, я рада, что вы попали. У вас, наверное, уже вечер такой хороший. Добрый вечер тоже, добрый день, добрый вечер, Ирочка. Так, как нас много уже, я рада всех читать, получается, лучше бы видеть, конечно. Добрый день, Олечка, здравствуйте, рада вас снова видеть, Наталочка. Давненько я, честно, не выходила, почему все, потому что ездила к родителям, проведывала, кто следит за моими публикациями, тот знает, что я была мама с папой, также мужа родителей проведывали, вот, поэтому... Некоторое время я отсутствовала. Добрый день, спасибо. Здравствуйте, Зинаида, Ирина, Верочка. Здравствуйте, Валечка. Значит, у нас сегодня такая вот тема. Добрый день. Вот, я сейчас в кабинете нахожусь. Ну, как всегда, белая стена на заднем фоне. Мои рабочие моменты. Тут плетем сундук, вот. Тут кресло готово, фотосессию недавно приезжала Веточка, она делала тыковки. В общем, мы друг друга выручаем периодически. Здравствуйте всем. Вот, она на фоне моих фотографирует свои изделия, а я дополняю свои фотоальбомы при помощи ее красивейших изделий. Вот она у нас ковровая вышивка занимается, еще делает такие вот милые штукенцы. Мне очень понравилось, я выклинчила, в общем. Мне подарили тыковку. Вот, яркие цвета, классное такое сочетание, в общем, миленько. Не могу присоединиться, нахожусь на работе, запись, так, Ирочка, запись я постараюсь сохранить, в ленте она по завершению прямого эфира будет, вот, поэтому, надеюсь, вы потом сплетете свою вазу после, как домашнее задание. Здравствуйте, так, Леночка. Мы сегодня оплетаем бутылку. В общем, были мы с мужем в супермаркете, и я углядела вот такие вот бутылки. Вот, был томатный сок, честно признаюсь, я ее использовала уже. У меня стояли, муж принес полевых цветов с колосьями. В общем, красиво было, долго стоял. Вот, я решила все-таки не выбрасывать это дело, а оплести и дать ему шанс на жизнь. Рада снова, Светочка, здравствуйте. Как увеличить на весь экран? Олечка, ей так на всем экране. Вот у меня сзади просто белая стена. Возможно, вам кажется, что меня там нет, но я на всем экране в ВК. Здравствуйте, Танечка, Любочка. Вот, нас уже 142 человека. Чат идет. Попрошу, чтобы не висла запись, не присылать сердечки. Мне, конечно, очень-очень приятно, но они тормозят трансляцию. Поэтому сдержи... Вот цветочки, Лилечка, огромное спасибо за цветочки. Вот тут их и все присылайте. Здравствуйте, здравствуйте, Ирочка, Любочка, Лариса. Вот, поэтому воздержитесь от вот этих реакций, которые тормозят запись, и будет все хорошо. Интернет у меня стабильный, хороший. Вот, поэтому, надеюсь, все. Спасибо, Наталочка, вот за эти сердечки, я рада. Вот, поэтому оплетать будем вот таким вот интересным рисунком. В общем, я выкладывала фотографию маминой вазы. Помните, красная, советская. Она сейчас у мамы, а до этого она была у моей бабушки, которая дожила до 93 лет, царство небесное. Вот. Ну и ваза, конечно, живая, и вид у нее несовременный. Я взяла и оплела ее белыми трубочками, как я поеду к маме без домашнего задания. В общем, здравствуйте, Леночка. Вот, и я этим рисунком оплетала, но в сплошную. Сегодня вот эту прозрачную хочу сделать с интервалом, рядами, вот ажур, чтобы лег, как бы и внутри не особо будет видно, хвостики от цветов или сухоцветов, вот, и снаружи будет приятный вид. Танечка, здравствуйте, Мариночка, вот, может, у вас какие-то вопросики, о чем-то хотите поболтать, пока я вас не развернула к рабочему столу, поверхности, на которой буду плести. Вот. Танечка, Татья, тетя Таня, Наташенька, здравствуй. Здравствуйте, тетя Таня, давно вас не слышала и не видела. Вот. Добрый вечер. Так.
Рада всех видеть. Скучаю. Галочка, здравствуйте. Я вас по аватарке узнаю. Очень мило. Будем слушать и крутить трубочки. Наденька, тоже хороший подход. Когда накрутите, вы смело можете красить, обрабатывать и плести то, что мы сегодня будем делать. Рада вас видеть. Это Елена Горохова, победитель вашего курса «Искусница». Леночка, поздравляю еще раз. Я рада. Запись сохраню, Алочка. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Всем добрый день, добрый вечер. Так, нас много, почти 200 человек. Вот, поэтому, какие инструменты необходимо закупить первый раз на вашем мастер-классе? Значит, у меня есть секатор. Это он у меня как нарядное платье для красивых фото, видео, мастер-классов при записи. Ну и, конечно, с вами я буду работать им. Вообще, я люблю вот такие ножницы Джак. Джак, они так и называются. Тут вот надпись такая есть. Они стоят 274 рубля. Безотказные, режет даже самый-самый кончик, могу показать вот на трубочке. Вот-вот. Если вам видно. Вот видите, какой четкий рез. Хоть длинный. И вот получается вот такие вот четкие срезы. И им уже, наверное, год с лишним. Вот. Честно признаюсь, я даже проволоку ими резала. Думала, угроблю, а нет, работает. В общем, скобы, которыми прикрепляются стойки после обработки изделия от влаги, не дают ржавчины на трубочках. Вы можете прикрепить скобы, пройтись лаком акриловым сверху. Этим образуется пленочка. И дальше плетите, вот поднимайте стоечки, плетите, как вам нравится, чтобы не было ржавчины. Классные ножницы. Вот, я их всегда везде хвалю, поэтому, думаю, у многих такие ножницы уже есть. Меньше размера не бывает. Вот такие точно не бывают меньшего. Но я скажу, я сначала думала, неудобные. Четко режут, вот манипуляции, вот любые можно ими делать, поэтому, ну, не застреют в руках, с легкостью кладем, с легкостью берем. Вот. Что нам еще сегодня нужно? Нужна спица. Нужен клей, у меня полимерный в бутылечке, вот в таком с тонким носиком. Ну, конечно же, нам нужны трубочки, которыми мы будем плести. У меня они сегодня вот такого цвета. Вынула, кстати, часов в 11 из морозилки. И вот сегодня мы будем ими плести с вами. Здравствуйте, здравствуйте. Так, вы сейчас для изготовления белых трубочек используете лак по камню. Нет, лак по камню я использую на финишной обработке трубочек. Руки для этих ножниц. А, руки не хватает. Но у меня руки крупненькие, поэтому мне хватает. Спица. Спица у меня пятерочка. Она просто помогатор. Она не крутит ничего такого. Если у вас шило есть какое-то, или бамбуковая палочка, или апельсиновая палочка для ногтей, вот можно ей. Спасибо большое. Добрый день, Любочка. Так, вот. Нас уже собралось очень много. Для покраски, Ларисочка Игнатьева, это я вам буду отвечать. Многих, наверное, заинтересует этот вариант окрашивания. Для окрашивания белых трубочек я сейчас использую белую аква-лазурь. По сухим трубочкам накрученным два слоя. Высушиваю до сухарей и увлажняю в нужный момент. Эластичные, классные. Я вот сейчас плету сундук. Я в белую аква-лазурь добавила бежевый колер, ну, чтобы не покупать, знаете, как кучу всяких разных цветов этой аквалазури. Кстати, она есть разных цветов, и схема рабочая, любым цветом можно покрасить, будут трубочки, как на этикеточке. Вот я решила в белую добавлять колеры. Вот у меня трубочки для сундука, они пластичные, они вот классные. Эти трубочки я красила с недели, наверное, назад в связи с домашними работами во дворе. Я не спеша плету сундук, заказчица не подгоняет. Вот. Поэтому вот эти трубочки, они вот поближе покажу. Видите, какая от двух раз. Вот сама уйти. Сфокусирую камера. Ну, в общем, не хочет, меня видит. Я вас разверну сейчас и покажу поближе эту трубочку. Классная пленочка, не лопается даже на уголочках. Вот эластичность. Все, еще хочу резиновой краской попробовать покрасить. Вот, должно быть тоже интересно. Просто резиновой краской фундамент у нас дома подводила, поэтому возникла такая идея. Она против трещин всего, вот эластичная. Размер трубочек. У меня длина трубочек 40. Значит, длина 40, десяточка на полторашечку. Вы можете плести любыми трубочками, какие вам нравятся.
Я 42 не найду, где спрятать для настоя. Я в морозилку пихаю. Вот в мою морозилку в нижние ящики вот она входит. Сделать анонс. Все уже соскучились по эфирам, Иночка, я рада. Так, зависает, пропадают слова. Сердечки не ставьте, ничего не будет пропадать. Я прям возле роутера фактически своего. Интернет у нас стабильный. Так, Леночка. Вот, 250 штук. Не получается наращивание. Сегодня покажу. Вы, пожалуйста, посмотрите, вот как я буду наращивать. Добрый вечер, Мариночка. Есть про обработку трубки. Посмотрите. Все основное на курсе. Здесь на прямых эфирах тоже стараюсь щедро делиться. Я не жадина какая-то. Вот. Какой лучше клей ПВА? Для склеивания скруточки при накручивании трубочек лучше брать момент столяр с влагостойкостью D2-D3. Если нет момент столяр, вы можете взять любой другой клей, на котором написано влагостойкость D2 либо влагостойкость D3. Тогда они не расклеятся. Беда с ВК-сообществом, не могу создать вкладку товары. Леночка, это после давайте обсудим. Я не буду сейчас эту тему поднимать. Пробовала резиновой. Вот, Ирочка, как вам резиновая? Белая аквалазурь, это краска. Я могу показать ведерочко. У меня вот рядышком стоит. Как раз вот белый. Вот такой вот он. Написано вот здесь белый. У меня камера фронтальная, поэтому у вас зеркально все это будет. Вот. Так, так, так. Добрый день. Доброго времени суток. Все акриловое, все без запахов. Да, Ирочка, только аквалазурь, без ничего больше. Вот, 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 Леночка, вредители с сердечками. Рада вас видеть, слышать. Она не идет ни матовая, ни глянцевая, вот она просто аквалазурь. Подарите себя нам в Рутубе, пожалуйста, по возможности. Да, мы над этим работаем, Лидочка, потому как YouTube сейчас как-то вот провалился, и VPN не помогает, ничего не помогает, поэтому будем плавно переползать в YouTube, транслироваться там. Здравствуйте, плести не буду, но послушаю. Хорошо, Наталочка. Спасибо. Все, ответила пока на все вопросы. Давайте начинать плести. Ну и по возможности, конечно, не сыпьте меня сильно вопросиками, потому как тоже посмотрю. Добрый день, Динарочка. Два раза лазурь и плетем. Лаком не надо. Аллочка Махрова вам отвечает. Два раза аквалазурь. Просушиваем до сухарей каждый из слоев. Увлажняем. Доводим до состояния вот эластичности и плетем. Какая должна трубочек 10 на 40, спица 1,2. Вот у меня трубочки 10 на 40. Вот у меня есть... У меня есть линеечка. И вот сейчас мы с вами померяем. У меня вот он, слепошарая. Вот он уголочек. Он у меня почти 3 сантиметрика. Вот так вот. Вам повернуть ногу уголочек. Даже не доходит. Вот в пределах даже вот 4 сантиметров, 3,5-4, можно прекрасно вот пользоваться такими. А на спицу 1,2 можно и 5 сантиметров, Олечка, потому как там немножечко сложнее на тонкую крутить. Аквалазурь только для берега. Танечка, добавляем в аквалазурь любой колер, естественно, отбираем сколько нужно от ведерочка и разводим до нужного цвета любым колером. Колеры все, колер, колорант, колировочная паста, это все одно и то же. Так, и будет вам любой-любой цвет, хоть сиренечка нежная, хоть бирюзу добавить, и будет тифани такой нежный, приятный. Вот поэтому тут все на ваш вкус. Так, переползаю на столик. Вот нас уже 296 человек. Я буду все-таки вас разворачивать к рабочей поверхности. Вот, пожалуйста, Олечка, за ответ. Прошу лишний раз не ставить сердечки, потому как... Будет затормаживаться. Сейчас вот так вот сделаю. Вот, я думаю, должно вам быть все видно. Подвинусь в зону сюда, чтобы мне обещала показать. Сейчас я вас чуть-чуточку вот так, чтобы я тоже экран видела. Так. Как раз хотела сплести бутылку для из-под сока.
сделать. Вот, я вовремя, Софья. Боже, это чудо за вами, без сердечек. Чудо за мной, что сундук, кресло. Не поняла, что за чудо. Подскажите, пожалуйста, как резать по косой полосы 42 на 10. 42 на 10 мы не режем, мы их крутим прямыми. Только что подключилась. Запись будет. Светочка будет. Постараюсь. Сундук, да, 1,20 м длиной. Постоянная заказчица. Можно красить фанеру. Но она как-то вот... Для фанеры я не пробовала. Я все-таки предпочитаю, Гульмира, это вам отвечаю, использовать ее... Я использую белую радиаторную эмаль. У нее укрывистость плотнее. 30 спиц, 1,6 пользуются. Кручу на спицу 2. Так, буду вас смотреть в другом. Получается полами хочу на спицу 1,2. Но я вам скажу, 9 на 12 на 30, на спицу 1,6. Ну, не полые. Я вот сейчас такими буду плести. Я не считаю их пустыми как бы. Может, они у вас, спица вываливается, не очень туго закручиваете. Вот. Поэтому вот так. Здравствуйте, Ниночка. Так, ну тогда будем начинать. Значит, смотрите. Обещала трубочку вот эту показать, которая у меня толстая, да, здесь 15 полоса и 50 для сундука, которая длина ее. Значит, и насколько вот она пленочка, это крепкая, хорошая, плотная. Вот с блеском таким вот. В общем, мне очень нравится, и тактильно, и крепко, и эластично. Вот так вот. Наталья, наверное, вы запись делаете. Леночка, хорошо. Здравствуйте, Наталья. Рада, что могу присоединиться. Гюзель, я рада, что вы со мной. В общем, буду начинать. В общем, показываю. У меня вот такая вот бутылка. Она, ну, не махонькая, так сказать. В ней был сок, закрутку выбросила, потому как мне не нужна вот эта верхняя часть. Добрый день, масло не добавляю. Нет, не добавляю, Танечка. Она прекрасно все не склеивает так в лазурь. Вот, вот это у нас бутылка. Еще я давненько уже прикупила сухоцветов букет. Видите, такие вот колосья всякие разные. Вот пушистиков много тоже. И, конечно же, я хочу в эту бутылку их поместить. Наконец-то у них будет дома, и они будут радовать меня не из коробки, скажем так, из шкафа, а в натуральную величину в комнате. Значит, у меня трубочки идут. Длина 40, ширина полоски 10, спица 1,5. Складываем 3 на 3. Я пробовала. Смотря какая у вас бутылка. Возможно, пожалуйста, не надо сердечко. Я вас прошу. Добрый день. Где сухоцветы? Леночка, как всегда, все на Валберес. Если нужно, я поделюсь ссылочкой. Легко. Значит, у меня диаметр донышка небольшой. Я вот попробовала, значит, если так вот замерить по максимуму, 8 сантиметров всего лишь. Вот, поэтому я пробную делала на 16 стоечек. Ну, тесновато вот, а тут еще и заужение пойдет к горлышку. Поэтому я решила делать сейчас на 12, чтобы вот этот шаг был поменьше. И вверху, где зауживается горло, не было тесно плести. Вот. Поэтому вы смотрите по диаметру своей бутылки, бутыля, что вы там нашли. Добрый день. По косой полосы 42 на 10. Полосы 42 на 10. Если вы их уже купили, мы никак не режем. Мы берем спицу и крутим. Какие есть. Танечка, здравствуйте. Рада, что вы со мной. Привет. 9 на 12. 10 по прямой. А 4, 9 на 12. Ну, то так и режете. 9 здесь и 9 здесь отмерили. Косой рез делаете. Или Лидия. Или вы это отвечали предыдущему? 42 на 10, Лариса, мы не режем. Мы крутим их прямыми. Если вы купили А3 формат, вы можете там порезать по косой. И то, если вдоль он получается. В общем, я, как всегда, беру две рабочие трубочки. У одной раструбами к себе вот. Один раструб я срезаю. Во второй раструб я капаю полимерный клей. Вот. И сразу наращиваю к
сразу наращиваю две трубочки. Значит, я буду плести все на столе, чтобы вам хорошо было видно. У кого есть возможность плести на коленочке, можете сразу вот эти трубочки задвоить, ну, то есть посращивать их, чтобы потом не наращивать в процессе. У меня так не получится, потому что не могу я зажать бутылку между ног, чтобы вам показывать этот ракурс. Вот. Значит, загнули, заломили, сделали петлю и, значит, набрасываем на первую тройку трубочек, в нашем случае тройка теперь, набросили и сразу делаем заметочку, что вот это у нас первая стоечка. Теперь я беру в руки и теперь мы веревочкой в две трубочки прямой начинаем плести наши восьмерочки, чтобы у нас вот так вот получались перекрещивания рабочих трубочек на стоечках. Значит, нижнюю наверх, верхнюю на низ. Нижнюю наверх, верхнюю на низ. Вот у нас как бы один ряд уже проплетен. Поскольку у меня три трубочки, а не две, ну, не парные вот так вот, разводить я в этом ряду не буду. Что такое разводить? Это когда мы уже по парам делим и оплетаем. Я проплету еще несколько рядов. Теперь я могу положить на поверхность, и для того, чтобы увеличить место для разделения трубочек рабочих, я проплету еще несколько рядов. Важно, ряды плотненько прижимаем друг к другу, не делаем вот тут больших зазоров. Вот верхняя от себя под низ. Вам хорошо видно, трубочки светлые и бумажечка светлая просто. Могу просто на столе, но мне кажется, так еще хуже сливается. Так, спасибо, Наталочка. Значит, проплетаем еще ряд. Это под низ. Всегда вверху две рабочие трубочки при плетении веревочки прямой в две. На бумаге лучше, Танечка, спасибо. Спасибо, Галочка. Значит, и еще один рядочек. У нас донышко на нем будет стоять. Видно, этого не будет. Для того, чтобы комфортно нам развести эти три. И чтобы не было тесно плести. Если вам комфортно уже будет плести, ну, каждую отдельно разделять, то можете разделять. Я пока еще рядочек наберу. Вот видите, получается по три на каждой тройки наших стоечек. Значит, здесь у меня уже под низ я наращу. И здесь у меня уже будет первая поближе наращу. Так. Подрезаю. Здесь будет под стоечкой. Наращивание. Кто спрашивал, подрезаю к себе прямым углом, вот так остреньким, вернее, уголочком. Так, значит, намажу сразу раз, два, три, восемь трубочек. Я мажу клеем сразу несколько трубочек для того, чтобы каждый раз не отрываться. Чем длиннее полоса, тем длиннее скрутка. Танечка, совершенно верно. Здравствуйте всем, Новосибирская область. Видно и слышно хорошо. Светочка, спасибо. Олечка, ничего, что опоздали. Мы только начали. Три ряда проплели на нашей крестовиночке. Вот, поэтому, думаю, вы, пока я болтаю, нас вполне догоните. Если, конечно, подготовлены трубочки для этого дела. Вот. Беру пару. И теперь что мы делаем? У нас в раструбе клей полимерный, он скользкий, приятный. Если у вас вот тут при срезе широко, вы можете вот так вот ноготком вмять внутрь желобок сделать. Или вот можно... Сейчас я шило возьму, чтобы вам пальцы не загораживать. Вот трубочка лежит, вы ее сплющили чем-то острым. Маникюрные ножницы, шильцы, что угодно. Прижали центр вот так. Заузили туго. И теперь на этот кончик не берем вот тут трубочку, чтобы не было вот этого эффекта. А берем трубочку близко. И чувствуем, вот накручиваем, как наполняется эта трубочка и становится сплошной. Вот, один хвостик нарастили.
Берем второй. Вот если у вас тут тонкий срез, удобный, хороший, мы просто берем и тоже близко держим. Накручиваем до тех пор, пока у нас не скроется весь срез внутри нашего раструба, следующей трубочки. Вот, я думаю, и один, и второй способ у вас каким-то должно получиться наращивание. Оно должно быть достаточно глубоким. Почему может у вас выскакивать? Если у вас скрутка короткая, 1,5-2 сантиметра, то у вас в раструбе вот здесь нет места, куда должна вставляться трубочка. У вас вот так вот и все. Либо же вы много отрезаете, когда вот раструбы мы подрезаем, чтобы ровно было, либо вы много отрезаете. Мы отрезаем только вот этот флажочек раздвоенный, который у нас на кончике вот здесь. Не больше, потому что потом некуда толкать. Я дошла вот до первой помеченной стоечки. Почему клей полимерный, а не ПВА? Альбиночка, ну потому что им удобно, он хорошо тоже схватывает. Он скользкий, в конце концов. И я намазываю несколько сразу трубочек, вот я показывала. Он не размачивает кончики раструбов. А ПВА, он на водной основе, и он может размачивать. И если вы плохо обработали раструб лаком или аквалазурью, чем вы обрабатываете, биолазурью, то у вас вот эти раструбы могут разлазиться, размокать и разлазиться при наращивании. Это большой-большой минус, конечно. Так, разделяю, видите, тащу в бока максимально. Вот для чего мне эта спица. И теперь каждую трубочку отдельно. Один. Подтягиваю и плотно прижимаю. Вторая. Третья. То же самое делаю на каждой из сторон. Не знала, что раструбы нужно подрезать. Без фанатизма, Танечка, вот Бардина, которая, потому что можно переусердствовать и просто испортить все трубочки. Мы их подрезаем совсем-совсем на немножечко. Только вот этот флажочек и один слой бумажечки там, который вот дальше, виточки плотнее появляются, и мы ими плетем. Вот. Так, дальше оплетаю, обхватываю. У меня трубочки после хорошей обработки такие прям лаковые. Я готовилась. Скрипят, все как положено. Так. Тут мы подтягиваем и рабочие, и стоечки. Еще разделяю. Главное нам что? Вот эти лучики потом направить, чтобы они были на одинаковом расстоянии друг с дружкой. Звук ваших трубочек волшебный. Спасибо, Леночка. Видео где-нибудь, а то некогда посмотреть. Николай, ой, как я рада, что вы, Николай, пришли. Как там ваша погода в ваших краях? Да, я сохраню, и, во-первых, у вас в личном кабинете на GitKurs появится вот эта запись немножечко позже, а сразу она появится в сообществе ВК, вот где вы сейчас заходили, вот, можете там посмотреть, я буду рада, если вы повторите, чем-то займетесь таким экстравагантным, не только по курсу, у нас учатся мужчины, чему я несказанно рада, потому как, ну, чаще считается, да, типа женский вид рукоделия, а нифигашеньки, потому что в основном и частенечко мужчины лозой занимаются, вот, бумажная лоза, но ничем не отличается от, ну, кроме, конечно, не надо в поле ходить, косить ее, сушить, вымачивать, вываривать и все остальное расслаивать, вот, а так очень даже запись будет, Женечка, вот, а так... Мне кажется, с бумагой проще, чем с лозой, потому что дополнительных мест хранения вот этого всего меньше нам необходимо. Разделила все, стараемся выставить лучики все на одном расстоянии. И дальше мы теперь по одинарной трубочке набираем диаметр нашего донышка. То есть плетем ряд за рядом и прикладываем, чтобы, ну, шире не сделать, чтобы четко вошло. И будем поднимать стоечки на стеночки. Снова наращивание.
у меня клей полимерный. Славненько, что будет запись в доступе. Пока смотрю, плести буду позже. Хорошо, Ирочка. Так, Аллочка. Аллочка, однофамилица, вы моя дорогая. Девичья фамилия, у меня Леоненко. Поэтому я вот... Будем оплетать вот такую вот бутылочку. Делать из нее вазу приличного вида. Вот. Так. Проще я пробовала из деревянной лозы. Сложно готовить, труднее плести. Вот Леночка подтверждает мои слова. Ну, действительно, да, там для рук пожестче все-таки вот грубоватое такое дело. Девчонки, кто ротангом плетет, вот знают, что в перчатках надо инструмент погрубее. Вот это все есть такое. У меня многие девчонки, отучившись, вот Ирочка Феофанова, да, она такие шедевры сейчас из ротанга творит, в общем. Короб в нее, с нее ростом, вот я вообще в восторге от этого мастерства, терпения. Знаете, что она написала? Самое сложное, говорит, было прикрутить петли к этому коробу. Но я не верю, такой огромный сплести. Дожди не прекращаются. Дождь, и тут уже неделю, свет и дожди есть. 5 лет стоит и возмущается, что из-за моей писанины она... Не видит вашего плетения. Все, Светочка, бросайте писать, дайте ребенку посмотреть. Вот, плетем кружочек. Видите, несмотря на то, что у нас в серединке вот был квадратик, теперь у нас вот образуется вполне себе ровный круг. Так. Более теплые, уютные, что ли. Да, Леночка, совершенно верно. Но я бы сказала даже, что они более крепкие, потому как, ну, многие, вот я когда только начинала, многие хотели принести мне свои корзины из лозы на реставрацию. Ну, конечно же, я сказала, что нет, я лучше вам сплету бумажную корзину. Ну, и я думаю, они им прослужат гораздо дольше, потому как моими первыми изделиями мама до сих пор пользуется, они у нее вот... фактически от самого-самого первого. И все живы, все пользу приносят. Конечно, некоторые уже ушли в летнюю кухню под семена, под всякие нужности такие вот. Ну, а так, вполне себе крепко и достойно. Я их недавно проведывала и говорила, что была у родителей. Добрый день, Леночка. Рада, что вы присоединились ко мне. Светочка. Так. Главное не увлечься и не выйти за 8 сантиметров моего дна. Здоровья моим ручкам. Маргарита, спасибо огромное. Кстати, я первый раз увидела, услышала «Здоровье вашим рукам» в турецком сериале, как ни странно. И теперь, возможно, я понимаю, откуда эта фраза. У них такой обычай при встрече вместо «здрасте», вот как-то или когда собираются в гости друг к другу. Добрый вечер. Ну и, кстати, да, оно мне понравилось, это выражение. Поэтому... Так, прикладываюсь. Видите, как я уже вот. Вот так вот, если обхватить, то можно уже смело поднимать стоечки, чтобы вы думали. Болтать хорошо, плести быстрее получается. И смотрите, я изнанку, вот она моя изнаночка. Вот они, ее наращивание. И я ее ставлю вот к донышку. Для того, чтобы с лицевой стороны у нас вообще не будет ничего этого видно снаружи. Все это заплетется внутрь, и все. Залипла. Спасибо. Так счастлива, что нашла это рукоделие. Как наркоман. То кручу, то плечу. Вот, Леночка, это точно. Вот мы наркоманы в хорошем смысле этого слова. Я всегда говорю, всем здравствуйте, я зависимый. Зависимый плетун, поскольку реально это все затягивает и вот не отпускает. Значит, предлагаю на весу проплести веревочку в 3. Значит, у меня идет веревочка в 2. Мне нужно вывести первая стоечка. Вот начиналась. Я, значит, сделаю вот так вот. Видите, первую заложила за первую, вторую за вторую. Вот так. Буду опускать стоечки. Вот они у меня пойдут, все стойки вверх. Вот пойдут. Вывела одну рабочую трубочку вот так. Вторую сюда вывела. И третью я сейчас подставлю. Ой, прошу вас прощения, я вас поколебила немножечко. Томская область, село Кривошейна.
Катенька, здравствуйте. Я на работе, но есть возможность присутствовать с вами. Запись будет, чтобы после работы. Да, Леночка, я постараюсь очень сохранить, вот, чтобы потом вы могли в свободное время повторить это дело. Значит, как я добавляю третью трубочку? Я залазю вот сюда вот. Из-за этой выходит, из-за этой выходит, из-за этой должно выйти вот здесь. Я залазю с другой стороны. Расковыриваю спицы помощницы вот здесь отверстие. Поглубже. Так, это у меня штатив, видите, надо мной. И вот срезом к трубочке, вот этим конусом, вот так вот его туда проталкиваю. И что я дальше делаю? Я его обвожу вокруг. Все. У меня получается, вот я буду плести веревочку в 3. И за первой через 2, за третью. И сразу у меня тут будут наращивания. 1. Два. Третья у меня длинненькая, мы ее только-только вставили. Как раз у меня 2 промазаны клеем. Еще раз показываю наращивание. Держим рядышком и плавненько вот накручиваем на наш косой срез. Что будет запись? Ухожу на работу. Олечка, спасибо. Смотрю во все глаза. Наталочка, спасибо. Значит, стоечки поднимаем. Плотненько укладываем вот внутрь, для того, чтобы наше донышко потом не болталось на бутылочке. Саратов, плету с вами первый раз. Светочка, спасибо огромное. Есть ли среди нас смоляне, Леночка спрашивает. Вот теперь мы берем каждый раз левую и заводим за свободную правую. Кстати, рисунок этот тоже интересный. Сегодня расскажу. Я его по-дурацки, конечно, обозвала. Вот так вот. Веревочка в 4, ситцем в 2 шага. Ну, это для себя так в уме, чтобы запомнить этот рисунок. Так. Видите, получается, вот она, веревочка в 3 у нас по кругу. Наташа, классные ножницы. Как они называются? Випро, если я не ошибаюсь. Да, Випро вот здесь вот. Напишите секатор садовый мини. В Озоне или на Вайлдберрис, вот они 500 с чем-то рублей стоят. То есть это их нормальная как бы цена, если брать... Да, изнанку переворачиваем внутрь, Леночка. Давайте дружить. Вот, нашлись смоляне. Вот, 780. Вот, но это дороговато. Я по 560 заказывала, за 560. Поэтому можно поискать, можно... Ну, подождать акции, скидок. Благодарю. Вот мы доходим до первой трубочки. Видите, первая. Две вот этих сзади не оплетены. На каждой есть внутри виточек. На этих двух нет. Первую я закладываю как есть. Мы закрываем веревочку в 3. Вот дошли до отмеченной стоечки. Первую закладываю как есть. Вторую под рабочую трубочку за стоечку. Следом стоящую. И третья у меня пойдет под 2 рабочими трубочками за следующую стоящую. Но у меня приключилось наращивание. Снова я намажу несколько трубочек. Клей можете поточнее показать, а то я только ПВА приобрела. Значит, подойдет любой полимерный клей. Я максималист, я запасливый хомяк. Я покупаю в литровых бутыльках вот такой вот в Лимана Про нынче, бывший Леруа. Вот, покупаю вот такой полимерный. Подойдет любой, хоть из фикс прайс в зеленой прозрачной бутылке с зеленой этикеткой. Их куча. Есть титан, он тоже полимерный. Главное, он прозрачный, густой. Вот такой вот в бутылочке переливается тяжело. И вот подходит, в принципе, любой. Особо запаха вы не услышите, не ощутите. Почему? Потому что он у нас... В основном в закрытой таре и открыт только носик. Он не воняет вот настолько, что прям фу-фу-фу. Не ощутите вы этого. Чтобы он не тянулся, мы делаем вот такие движения. Мы наносим в дырочку клей и оборачиваем вокруг. Вот туда попало. И чтобы нитка-паутинка не тянулась, мы вот так вот делаем. Так. Еще, еще, еще.
И еще. Вот, снова складываю и беру для наращивания. Здравствуйте, мастер-класс будет сохранен. В гид-курс Ирочка будет всегда ученикам, чтобы вы не искали, чтобы вы не шарили нигде. Всегда мы сохраняем в бесплатные тренинги. У вас там есть тренинги, вы можете там найти. И, как говорила, под двумя рабочую за следующую стойку вот так вот я укладываю. Если мы сейчас опустим все эти виточки в нужном месте, вот у нас получится вот такая вот непрерывная веревочка в 3. Значит, ну, ракурс, конечно, у меня сейчас будет веселенький. Буду вас вращать, что ли, как сказать правильно. Так, добрый день из города Бузулук. Оказывается, это очень захватывающее зрелище. Да, Лидочка? Очень нравится этот клей. Так, к нам все еще присоединяются. Значит, что я делать буду дальше? Мне нужно оплести еще один ряд веревочки в 3. Видите, хвосты у нас готовы к плетению. Их по-прежнему 3. И я разверну бутылку наоборот. То есть я поставлю на горлышко. Я даже не знаю, как вас развернуть, чтобы вам было видно. Надеюсь, шея моего конструктора... Ой, сейчас я выпаду. Позволит как-то повернуть. Я тогда подлезу. Так. Видно? Вот, чтобы вы понимали позу, в которой я буду плести. Вот, некоторое время... Веревочка в 3. Обнимаем наши стеночки, подтягиваем рабочие трубочки. Последнюю наращивала, не тяну. И теперь прижимая стойки прямо к бутылочке. Видите, расстояние не такое уж и маленькое у нас оказалось, даже на 12. И мы плетем через 2 за третью, прижимаемся. Снова через 2 за третью. Через 2. За третью. Хвостик раз, хвостик два. Надеюсь, вам видно. Так, я подгибаю всегда ноготком, чтобы вот видеть место среза. И за сантиметр до этого места я делаю острые срезы. Теперь, что очень удобно, я беру сразу намазанные трубочки. Так, я в центре, меня видно. Ну, очередной раз прошу прощения за ракурс, потому как кто дольше плетет, тот в курсе, какие позы мы только можем принимать во время плетения, чтобы было комфортненько. Так, заводим все-таки плотнее. Заводим за стоечку. Берем снова каждую вот левую, все по-прежнему, но вверх ногами. Но иногда в такой позе даже поудобнее как-то плести, потому что есть упор. Кто в состоянии, девочки, кто может себе позволить, кладите на коленочки между ножичек вот тут вот и прекрасно себе оплетайте, не стоя вот над столом. Тоже удобно, тоже хорошо. Так. Очень интересно, но глазки закрываются. Все, у вас, видимо, ночь. Ирочка, вы талантище, у вас все получится. Не переживайте, в гид-курсе посмотрите или же завтра, как проснетесь, в ВК, на этой же страничке на моей. Хочу попробовать, но на работе пока. Наталочка, придете, пробуйте. Так, первая стойка. Вот видите, уже спешу. Первая стойка у нас, поскольку она вверх ногами была, мы заложили как надо. Вторую под низ. Третью под 2 рабочие. Снова за стоечку. И вот так вот прижали. У нас завершенный получился такой ряд. Вот видите, и уже наше горлышко зафиксировало бутылочку. Она здесь держится. Ну и теперь, соответственно, я верну вас обратно. Прошу прощения за телодвижение, потому как вот так вот кладем теперь на бочок. Ну и будем переходить к этому чудесному, замечательному рисунку. Здравствуйте, очень хочу попробовать. Добрый день, ничего не видно. Так вот будет видно. Я сейчас вас устаканю здесь, чтобы все четко было. Когда вязала малым крючком скатерти, тоже с позами выдумала для удобства. Вообще главное, чтобы вам было удобно. Все прекрасно видно. Спасибо, Леночка. Значит, у нас есть 3 трубочки. Нам для работы нужны 4.
Подтягиваем максимально. Стоечки стараемся держать вертикально по нашей бутылочке. Мы их будем периодически подтягивать, поправлять, регулировать. Значит, одна, вторая, третья. И я просто беру трубочку, мягкая, вот отрежу пустоту вот эту на раструбе. И подставлю ее вот сюда вот четвертой. Из-за первой стойки, видите, одна, вторая, третья. И вот за четвертую стойку просто ставлю вот здесь вот. Вот так видно? Вот она. И поджимаю сюда. Ну, теперь самое интересное. Значит, мы плетем. Вот у нас 4 трубочки, 4 стоечки. Каждая выходит из-за своей. Вот они. Теперь мы берем левую, как при веревочке в 3. Проводим ситцем за следующую. Проводим ситцем еще за одну. Уложили. Левую проводим ситцем за следующую. И ситцем еще через одну. Снова берем левую. Проводим ситцем. Два шага. Две ходочки ситцем проходим. Так, добрый день. Я пропустила вопросы. Так. У вас трубочки разного цвета. Или они так окрашены, что кажется белый, голубой, даже соленый, или камера как передает. Так, Танечка, это трубочки у меня, это не камера передает, это трубочки были у меня разного древесного цвета. Одни были прям бежевенькие, вторые были темнее, светлее, вот видно, да, вот они чуть-чуть разные. Белой акриловой радиаторной эмалью. Я ими, ну, кисточкой сухой по ним прошлась. И как бы объединила в один такой общий цвет. Вот, поэтому, да, это трубочки так сделаны. Снова берем вот шаг 1 ситцем, левую трубочку, и делаем шаг 2 ситцем. И вот если вы вдруг где-то ошибаетесь, вы должны себя проверить. У вас из-за каждой стойки, из-за этой есть, из-за этой есть, из-за этой есть и из-за этой есть. Вот они, 4 идут в ряд. Всегда берем левую. И делаем 2 шага ситцем. Всегда берем левую и делаем один шаг ситцем и второй шаг ситцем. Наращивая, доделываю второй шаг ситцем. Снова беру левую. Вот это монотонное, одинаковое движение по всей спирали, скажем так, наши бутылочки будут повторяться и повторяться. Снова левую. Я сразу наращу, чтобы потом не морочиться. Удобно вообще, когда они все одной длины. То есть ты их в одно время все 4 вжик и все 4 нарастил. И тогда так классно все делать, не отрываться. Вот, понятно, спасибо. Шаг. Все время к низу прижимаем. Да, первый ряд прижимаем к низу, потом мы эту спиралечку будем поднимать. Контролируем вертикаль стоечек. Вот снова беру левую. Видите, получается вот эти наши такие витки длинные. Прижимаю один шаг. Так, что-то нахимичила. Да, вот это то, о чем я говорила. Вот запуталась. Знаете почему? Потому что у меня из-за четвертой я второй шаг не доделала. Но я левым глазом читаю сообщение от вас. Я из Ленина, Орловской области. Пока посмотрю и постараюсь запомнить. Плести не могу, онемели 3 пальца на правой руке. Такое может быть. У меня тоже было такое. Вот проходит. Проходит все. Тянет плести. Все равно ты плетешь. У меня вот такие вот немели на левой руке. Почему-то она у меня лентяйка, но на ней немела. Вот делаем первый шаг. Через одну стоечку делаем второй шаг. Вот видите? 4. И все из-за каждой стоечки. Снова берем вот удлиненный виточек. Снова один шаг. Прижали. Подравниваем стоечки. Уехала я от вас, прошу прощения. И второй шаг. Так.
Вот, поджимаем вниз. Мы еще вот до начала ряда не дошли. Потом начнем поднимать нашу спиралечку. 1, 2, 3, 4. Берем левую виточек на 1. И второй шаг ею же сюда. Снова берем левую. Через все три шагнули. Сделали ситец. Ситец. Вот. Снова берем. Через три перешагнули. Ситец. Ситец. Снова перешагнули. Вот мы уже дошли до вот этого места. Видите, начало наши вот цветочки пошли вот тут вот. Вот так. И тут уже потихонечку я начинаю некую параллель выдерживать, чтобы вот не идти там ряд в ряд, а чуть-чуточку подниматься. Значит, 1, 2, 3, 4. Чуть-чуть сделаю зазорчик вот такой вот. И снова беру левую. Через 3 перешагнула ситец. И второй шажочек тоже ситец наращиваюсь. Немного отстаю веревочкой в 3, когда плетем. Ряды заканчиваем. 2 ряда проплести. Леночка, 2 ряда проплетаем веревочкой в 3. Это у меня переход с донышка, с обычной веревочки, на стеночки. Веревочку, конечно, закрываем. Добавляем 4-ю трубочку. Так, второй шаг делаю. Нарастила. Так, дальше снова берем наверх. Через 3 перешагнула. Чуть-чуть подвиньтесь наверх, пожалуйста. Вот так. Наверх, так. Так, сердечки прошу снова. Кто присоединился, пожалуйста, не ставьте. Так, вот. Вот есть же вредитель такой, который тыкает их без конца. Сердечек тормозит. Вот так видно. Спасибо большое. Ну, надеюсь, кто-то успокоится, и сердечек у меня не будет. Первый шаг сделала. Делаю второй шаг. Вот снова все 4 проверяем. Все из-за разных у нас идут стоечек. Ну и теперь тут мы выставляем вот эти вот окошечки наши. Делаем зазор на свое усмотрение. Кто-то чаще, кто-то реже. Снова шаг. И вот когда мы укладываем вот второй шаг, мы можем потерять вертикаль стоечки. Поэтому мы ее перед вторым шагом должны откорректировать. Вот первый шаг после пересечения 3 я сделала. И вторым шагом я поджимаю эту стойку. Вот тут прификсировала, и она уже никуда не свалится. Шаг. Через 3. Нарастились. У меня в Норвегии все с уроком идеально. Круто. Норвегия. Извините, это я натыкала сердечки. Ах-ах-ах, Ирочка. Ай-яй-яй, Ирочка. Так, первый шаг. Контролируем вертикаль стоечки и делаем второй шаг. Точно так мы можем регулировать высоту окошек. Видите, мы можем чуть-чуточку подвигать по нашей стоечке, если вы где-то задрали или сильно опустили. Делаю второй шаг. Снова левую. Через 3 шагнула ситец. И вот просто через 1 второй шаг ситца. Вот за эту. Если вот выучить как мантру то, что я говорю, обычно так. Опоздала на эфир. Наташе всегда все нужное и интересное. Спасибо огромное, Ирочка. Так. Суть ниже, больше вдоб рука. Ничего не поняла. Суть ниже. Так-с. Ну, я думаю, вот здесь видно же. Через 3 шагнула левой. Первый виток. Вот сюда вот. Второй шажочек будет. Вот и заметьте, сколько я намазала клеем полимерным трубочек. Вы видели, да? Вот я не считала, конечно.
Он до сих пор влажненький, он до сих пор накручивает. Второй шажочек. Снова через 3. Так. Здравствуйте, опоздала. Ничего, Светлана. Будет запись, посмотрите, повторите. Так, накручиваю. Угу. Первый шаг. Прижимаю. И той же трубочкой второй шаг ситца. Мне кажется, я сильно длинно вытягиваю окошки. Сейчас буду толкать их вниз немножечко. Раз. У кого-то уже сильно широкие окошки, можете также подвинуть их вниз по своим стоечкам. Вот. И вот теперь я беру шажочек. Раз. Шажочек 2. Снова. Через 3. Левой через 3 перешагнула ситец. Раз. Через 1. Ситец 2. Все 4 на месте. Каждая из-за своей стоечки выходит. Проверяйте себя. Возможно, интернет, Светочка, тормозит. Так красиво получается. Выдумщица. Спасибо, Олечка. Доброе. Цвет лазы красивый. Светочка, это у меня разноцветные бежевые трубочки. Остатки заказов. Белой акриловой радиаторной эмалью, провозюканной кисточкой. Так, следующее. В общем, также плетем по кругу. Через 3 перешагнула первый ситец, стоечку вертикаль, второй шаг ситцем. Снова через 3 перешагнула первый ситец. Следующий шаг, стоечку держим, второй ситец. Через 3 перешагнула. Первый шаг ситца. Поджала, чтобы вот в троечку они хорошо, плотненько были. Следующий шаг. Ситец. Ну и периодически себя проверяем, чтобы вот и за первой, и за второй, и за третьей, и за четвертой все время были у нас рабочие трубочки. Так, Наташа стремительно лезет вверх. Опускаемся потихонечку. Ну, то прям за 3 витка всю бутылочку решила сразу оплести, понимаете как? Так, назад. Стоечку подтянули. Снова. На родину. Зрелище завораживает, только не 50 минут, на 50 минут. Что, уже 50 минут прошло? За плетением реально не замечаешь, как летит время. Можно зайти, включить в кабинет, например, да, или присесть к плетению. Нормально звукать крафт-бумагу, потом лаком. Будет такой, будет, Оленька, будет такой же эффект. Возюкайте. Можно не только белое радиаторное, можно колера добавить нужного, и будет у вас интересное возюканье. У меня вот на заднем фоне, вот, а, уже я не сижу так. На заднем фоне гладильная доска, там у меня по серым трубочкам, белым и зеленым. Тоже интересный эффект. Вот, поэтому всегда на курсе девчонкам, мальчишкам говорю, не сдерживайте себя, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь пробовать что-то новое. Но не получится, никто от этого еще не помер. Так, стоп, второй шаг не сделала, нарастилась. Вот, второй шаг, снова. Через 3 перешагнула ситец, первый шаг. И второй шаг той же трубочкой. Ну и, соответственно, равняем наши стоечки. Ох, сейчас бы ее на коленочке, эту бутылочку. Через 3 перешагнула ситец. Раз. Ситец. 2. Если эмаль, так. А где вы такой пузырек под клей приобретали? Такой пузырек я присмотрела, есть еще с более тонким носиком большего объема, Светлана Морилки Бейтс. Вот кто сухие морилки знакомился, у нее в ассортименте есть идеи узоров. Pinterest есть, не знаю, в Pinterest увидела, присмотрелась. Ну и решила вот, что так тоже будет симпатично, таким жгутиком в 4 трубочки.
такими удлиненными, кажется, внутри там ситится, сверху обмотано, и все это за один шаг. Так, снова сюда. Так, поднимаемся. Первый шаг, второй шаг. Снова вот тут крестик у нас. Первый шаг. Ну и, конечно, густота, плотность рисунка. Виточек к виточку. Вот я, кто помнит публикацию с красной вазой, вот там сплошную сплетен этот рисунок белыми трубочками. Здесь я его решила делать вот с окошечками. Так. У меня, кстати, вот мой рабочий пузырек, но я не стала его использовать, тут клей доливать надо было, в общем. Это пузырек из-под краски, да, очень удобно, носик тонкий и для любых трубочек, в принципе, подходит очень хорошо. Кто пользуется краской для волос? Клей полимерный. Полимерный, он прозрачный, густой, тянучий такой вот. Так, второй шаг. Через три шагаю. Срез. Если сплошной, некрасиво будет. Галочка, красиво. Кто смотрел, вот зайдете на мою страничку, там есть публикация. Я у мамы в отпуске. Я плетала бабушкину красную вазу сплошным рисунком. Очень симпатично смотрится вот так вот. Ну, мне понравилось что-то. А тут решила ажурным показать. Равняем стойку, видите, утащила. Да, телефон хорошо вижу. Так, первый, второй шаг не сделала. Вы не поверите, я как с одной стороны телефона, с другой стороны телефона, чтобы вам хорошо видно было. Снова через три шагаю. Первый шаг. И так у нас каждый раз вот задействованы фактически 4 трубочки. Ну и мы сразу обхватываем плотненько нашу баночку. Никуда она уже, видите, не девается. Вот. Олечка, он у всех появится. Он в открытом доступе. Это прямой эфир. Вы можете ВКонтакте переместить его себе в избранное и заходить туда, посматривать периодически. Вот. Поэтому это не скрытая информация. У учеников обычно вот бесплатные тренинги мы добавляем, чтобы не искать, возможно, в ВК, в личном кабинете. Вплотную плести, а то не убрала. Плетите вплотную, Светочка, этикетки хорошо закроют. Вот. Подтянули стоечку. Так. Через три шагнула, ситец раз. Стоечку подровняла, ситец два. У меня уже заканчиваются трубочки. Так вот, витки. То есть можно так, все вижу. Значит, можно по чуть-чуть, где уже не особо будет видно. Вот, например, я буду здесь закладывать, потом вот перекрою. Например, срезаю вот так вот. Беру трубочку с клеем и вот накручиваю. Видите, у меня получится. Я вот так сделаю, а следующим витком я ее перекрою. Ситец раз, ситец два. Их я вас, наверное, подвину. А то у меня стоечки вот в стену упираются. Вот так. Значит, наоборот, надо срезы делать. Видите, вот так вот перышко к бутылке, чтобы видно не было, вдруг где-то немножечко разойдется. Значит, видите, сейчас я вот прикрою вот то наращивание. Один и шажочек два. Снова.
Раз. Ситица. Раз. Пропустила начало. Повтор. Настасья будет повторно. Здравствуйте. Сердечки не ставьте, виснет. Катенька, спасибо за напоминание. Прошу, пожалуйста, не ставить сердечки. Так, значит, ситец раз, ситец два. Рисунок обозвала. Веревочка в четыре трубочки с ситцем в два шага. Вот так по-дурацки. Ну, кто смотрит сначала, вот. Это замечательно. Так, ситец второй шаг делаю. Так, снова через три. Ну и вот наращу прямо тут. Угу. Следующий этап. Хочу заметить, у нас 12 надо стоек заменить, поэтому беру пачку прямо и буду мазюкать клеем. Много. Один, два, три. Сердечки вижу, кто шалит. Так, ну где мой сопливчик? Всегда держу бумажное полотенце, кусочек, чтобы вот вытирать нос. А, потеряла, кого мазала. Дубль два. Носик раз, два, мазано четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ну 17. Мне вот на этот раз попались. Из них часть идет на стойке. Раз. И возвращаем в нужное место наше плетение, прикрывая наращивание. Снова вот через три шагнула. Первый шаг. Стоечку поправила. И второй шаг ситцем. В общем, раз. Прячем. Вот так вот. Раз, ситец, два. Снова левая. Через три шагнула. Тут я наращу сейчас незаметно. Раз. Второй шаг. Спрятала наращивание. Через три. Не через три стойки, а через три, вот они тут прям пучком, три штуки лежат, видите? Ситец как бы, три ряда. Прошу прощения, я болею немножечко. Что такое через три шагнула? Вот, через три шагнула, это все вместе, я их перетянула одним жгутиком. Как сделали переход из веревочки? Я просто добавила четвертую трубочку и пошла плести вот этот рисунок четырьмя трубочками. В записи можно будет посмотреть старт, вот как мы начинали после донышка, там по сути все. Вот видите, сейчас буду второй виток укладывать, я в этом месте сейчас наращу свою трубочку. Срез к бутылочке. Через три рабочие, вверх над рабочими. Высмотрела, все, отлично. Здравствуйте, смотрю, как... под гипнозом, а можно ли полимерным клеем пользоваться при скручивании. Можете, если вас это будет не раздражать. Вот меня вот, я пробовала, не очень зашло. Так, второй шаг делаю. Заодно заменяю стойки. Вот смотрите, через три перешагнула, ситец первый шаг. И вот прежде чем класть второй шаг, вот здесь вот, бумс, это я. Вот здесь вот у меня ляжет трубочка. Прежде чем класть второй шаг, я в этом месте срежу, чтобы моя трубочка дошла вновь нарощенная до
этого момента. Раз. Прикрыла это дело. Вот они три. И второй шаг я уже укладываю вот так. Снова через три шагнула ситец. Раз. Здесь у меня сразу два наращивания будет, видите? Здесь одно, а здесь второе. Девочки, я себе осьминога напоминаю почему-то. Красиво трудитесь. Спасибо большое. Одну нарастила. Вот разлезлась она у меня, бывалая. Вторую нарастила. И делаю второй шаг ситцем. Вот так вот. Собираю все в кучку. Ситец. Раз. Первый шаг. Очень красиво, приятно смотреть на вас. Спасибо большое. Вы на двойных не плели этот рисунок. Честно пробовала, на одинарных мне понравился он почему-то больше. Не знаю почему, но хоть в сплошную, хоть вот с ажуром, на одинарной он мне нравится больше. Можно и на двойных. Кто сказал, что нельзя? В плетении можно все, девочки. Абсолютно все. Ну и мальчики, если таковые присутствуют. Вот. Так, дальше выше выбор на скольки. Так, повтор, Наталья, будет здесь же, в этой группе. Вот. Второй шаг делаю, видите, наращивание спрятала, скрыла. Значит, снова три в кучку, обвиваю. Перед вторым шагом. Заметили? Вот я незаметно, но осталось всего-то две сменить. Вот здесь у меня будет срез. И здесь я его спрячу под плетением. Так, добрый день. Скажите, пожалуйста, как связаться со Светланой Бейт, чтобы заказать морилку и пузырек для клея? Так, вот. У меня после публикации, да, после того, как выложится мой прямой эфир на страничке, будет очень полезное такое окошечко для вас. Вы можете заполнить там три строчки в анкете, и у вас будет куча полезных ссылочек, куча нужной информации. Вот поэтому кому нужно, кому интересно, можете туда добавится, и вам придет чек-лист, который вы можете использовать от меня. Олечка, спасибо. Так, для клея. Морилку и пузыречки. Ну, ссылочки есть. Напишите в ВК, ну, если очень прям хочется быстро. Но не уходите после эфира. Вот, второй шаг делаю. Видите, все стоечки у меня в круговую уже заменены. Вот такая вот спирохетина получается. Три в ряд, окошки контролируем. Соответственно, мы контролируем вертикаль стоек. Больше чем уверена. Переверну на ноги, поставлю, обалдею от счастья. Вот, посмотрела вазу, где такое плетение сплошное. Тоже очень красиво. Вот, Наденька, спасибо огромное. Вы уже умудрились там успеть посмотреть. Супер. На одинарных стойках получается нежнее. Вот, спасибо огромное для меня. Начинающий этот мастер-класс все равно, что побывать в сказке. Вы большая молодец. Спасибо, Альбиночка. Вот, вроде ничего не пропускаю, успеваю никого не обидеть. Так, первый шаг, второй шаг. Напомню, мы равняем вот здесь вот наши стоечки, укладывая второй шаг, подтягивая их в вертикаль. Снова через три первый шаг ситцем. Уложили плотненько. И вот подтягиваем теперь вот сюда вот. У меня пузатость появилась. Видите, я заужаюсь. Смотрите, как на ваших там бутылочках, кто что нашел. Буду ждать. Ваш ответ про лак. Олечка, продублируйте, пожалуйста, ответ про лак. Точно красота. Я могла просмотреть. Вот я могла. Вы можете скопировать его и просто вставить, если вот. Прошу прощения. Я такая.
Какую морилку использовать для получения такого цвета лазы? Стасия, это не морилка. Морилка под низом. Она зарыта, запрятана. Смотрите, тут у меня, если присмотреться, вот видите, желтоватые трубочки. Есть бежеватые, есть более такие коричневатые, рыжеватые всякие. Я их собрала в кучу просто и завозюкала белой акриловой радиаторной эмалью. Они получились вот такие, как мраморненькие. Ну, а в общей куче вот еще пестрость больше получается. Так. Вот. Крючком вяжется под вязание с лазой. Лидия крючком вяжет. Супер. Значит так, первый шаг, второй шаг. Стоечку подтянула на место. Ну и, соответственно, сейчас я стойки прижимаю к своей бутылке, чтобы они у меня шли в обнимку моего горлышка. Надеюсь, мне слишком тесно не будет. Если что, перейдем на другой рисунок, я не расстраиваюсь. Так, первый шаг. Через три перешагнула. Вот сюда вот раз. И наращиваю. Ну, представьте себе, все, что я мазала, 17 штук, уже у меня израсходовались. Так, раз, два. Маловато взяла, ну ладно. Так, Наташа, каким лаком вы сейчас обрабатываете трубочки? Олечка, отвечаю, теперь вижу. Огромное спасибо за повтор. Я сейчас обрабатываю трубочку биолазурь. Если вот дождетесь конца, когда я доплету, я залезу в шкаф, покажу вам ведерочко. Так, второй шаг не сделала. Стоечку подправляем вровень. Эту подтягиваем, за нее укладываемся. Так, давайте попробуем вот так теперь на фоне белой стены. Ой, как я вас только сегодня не разворачивала. После завозюкивания не надо, ладно. Если у вас хорошая, Ларисочка, обработочка на трубочках, то лаком после завозюкивания не нужно. Обязательно дождусь. Хорошо, Олечка. Значит, видите, плохо видно, да? Вот так, если... Вот так. Видно? Мое худое место вот в бутылочке оно. Так. Так, через три. Первый шаг, второй шаг. Дай бог, мне рук хватит это удержать. Снова, видите, перекрещиваемся. Первый шаг. Подтягиваем стоечки. Взяла так для того, что мне неудобно. Горлышко сужается, я уже вверх ногами стою. Значит, первый шаг. Видите, все три обняла. И ситец еще один шажочек. Ну и, соответственно, прижимаюсь к горлышку. Вот здесь. Значит, наращу одну. Остренько подрезаем. Трубочка склеим. Накручиваем до нужного места. Так. Идите сюда, мои горгульники. Вот сюда я вас буду придавливать. Так, виточек сделала. Первый шаг. Прижала. Следующую прижала, через нее перешагиваю. Еще виточек. Все прижимаю. Осьминожка. Так, снова беру левую. Через три перешагнула. Собираю все в кучку. За одну. И еще шажочек еще за одну. Так, все в кучку. Еще раз. Через три перешагнула ситец. Первый шаг. И вот здесь будет второй шаг. И сразу смотрю. Вот здесь тоже, пожалуй, наращу. Вот. Пока не пробовала, Анжелика, резиновую краску. Как ухаживать за этими бутылками? Светочка, их можно просто помыть. Трубочки, вот насколько вы заметили сегодня, вот скрип. Я даже думаю лаком ее не покрывать, потому что, ну, имела я неосторожность, короче. Сплела кувшин, ну, и не покрывала лаком. У меня это не самый, как оказалось, приятный момент в процессе плетения. Вот, поэтому я периодически забываю, да, экземпляры, которые, например, ну, или на прямых эфирах вам показываю, или вот... Просто плету из остаточков для души, когда устаю от большого. Я делаю то же самое. Просто вот прижимаю, чтобы
И я забываю, ну, лакировать их, в общем, финишным покрывать слоем. Вот, поэтому я пользовалась своим кувшином и лила водичку. В нем была баночка, ну, вплетена там литровенькая. Вот, и ничего с ним не произошло совершенно. Поэтому кто, конечно, как этот есть синдром отличника, вы можете кисточкой для красок, вот, рисовательной, повозюкать по вашей, ну, по вашему плетению. Я этого делать не буду, буду пользоваться просто как вазой. А у вас есть ссылка на лак Профи Люкс по камню. Олечка, я найду, я в Озоне заказывала, вот. Если есть возможность, напишите мне личное сообщение, вот я точно вам пришлю. Ну или могу здесь в комментариях ответить. Так, чуть-чуть так вот, раз. Вот так я вас чуть-чуть еще расположу, ладно? Не ругайте меня сильно. Значит, два шага сделала, прижимаюсь по-прежнему к плетению. Раз. Снова первый шаг. Два. Второй шаг. Тадыщ. Так. Во. Так, раз, два. Снова вот так. И прижимаем наши стоечки к нашему худому горлышку. Первый шаг. Второй шаг. Ну и обычно, если вот такое дело ажурное, я вам честно признаюсь, я стараюсь капитально трубочки обработать лаком. Вот вы слышали звук, который был в начале. Они высохнут, они никуда не денутся. Они будут уже защищены от влаги. Ну, то есть, если взять пучок наших трубочек, побрызгать снаружи водой, они совершенно, ну как, не впитают в себя воду, поскольку на них уже пленочка от лака имеется. Поэтому, так, второй шаг. Стоечка. Ложись. Снова через три шагаю. Видите, уже становятся рядочки, потому как у нас уменьшается расстояние между стоечками. Первый шаг. Ложись. Второй шаг. Так, присоединяйтесь. Снова первый шаг. Обнимаем горло ей. Скажите, при плетении вазы не закрывала, обрезала четвертую трубочку, плела веревочку в три трубочки и так вот. Сплели для уюта. Так, потеряла все. Попробую еще левым глазом смотреть. Вот именно для этого мой вопрос. Спасибо. Если бутылку предварительно покрасить, будет вообще шедеврально. Валечка, можно. Можно было ее просто как-то вот обезжирить и из аэрозольного баллона покрасить в черный цвет с белым плетением. Бомба была бы, вот честное слово. Но я не приобрела баллон черной краски, ни белой никакой. Поэтому бутылочка как есть. Может, я в нее камешков насыплю, еще не знаю, в общем. Первый шаг. Напомню, прижимаю горлышко. Если у вас совсем узенькое горлышко, вы взяли просто вот бутылку какую-то, под вино будете или под что-то такое, напитки, вы можете собрать все в пучок и просто вот обмотать трубочкой, вот прожав ее, вот так вот протянув. Вот. Мне нравится смотреть про вашу дачу. Много уже сплели для... Да, Олечка, спасибо большое. В планах второе кресло-качалка. Муж сказал, а мне? А я? Вот, поэтому будем пыхтеть далее. Так, значит, что я делала? Первый шаг я перекрестила. Второй шаг. Я даже пропустила его на этой стоечке. Вот так вот. Вот. Стоечки подравниваем. Целенаправляем к горлышку. Первый шаг. Ой, как же так вот. Чтобы вам и мне хорошо. Спасибо за подсказку. Для последователей. Так, значит, раз. Да, первопроходцам всегда тяжело быть, последователи. Вот честно сказать, я делаю мастер-классы, да, на курсе, девчонки плетут все. Да какие же они потом шедевры, когда они с первого раза делают, а? Вот вы по хэштегу школы можете посмотреть их работы, кому интересно. Ну, я уверена, здесь много девчонок, которые уже отучились. Вот. И не только девчонок. К нам сегодня Николай заходил, не знаю, есть ли сейчас с нами здесь. Вот поэтому у нас учатся мужчины. У нас
великолепный Анатолий есть из Белоруссии. Душа компании. У нас есть Александр из Уфа, что ли, если не ошибаюсь. Александр, если вы меня слышите, простите. Вот, города плохо запоминаю. Вот. Поскольку география школы вот просто огромная, иногда даже путаюсь. Так. Первый шаг, второй шаг делаю. В общем, все то же самое, вот что мы делали внизу. Я делаю просто до самого верха. Вот это кто растерялся, не знает, плохо видит, что я вытворяю. Вот это, я вытворяю то же самое, в том же темпе, медленно. Так, второй шаг делаю. Тут одновременно плетем, сужаем, контролируем стоечки. Опять сдвинулась вниз. Чуть-чуть наверх, пожалуйста. Вот, я поднялась чуть-чуть наверх. Смотрите, так. Снова беру. Раз. Первый шаг. Стойку к горлу прижали. Выровняли ее вот здесь. Тут, видите, гульнула Наталья. Наталья. Так. И делаю второй шаг сюда. Вот. Девочки, кто может плести на коленочках, кладите смело на коленочки. И в три погибели. Вот удобно было бы очень. Так, всем привет, Светлана. Здравствуйте. Первый шаг и второй шаг. Так, проверяем, хорошо ли я душу свою бутылку трубочками. Так, все в кучку, в рядочек. Снова. Через три перешагнула. Ситец. Первый шаг. Стойки плотно к горлу. Равняем. Делаем ситец. Второй шаг. Снова. Сюда. За. Представляете, если бы 16 стоек, здесь бы тогда вообще не выкрутиться. Но можно было бы на веревочку в три перейти. Как на другой уровень приходить. Смотрите, спиралька. Идет спиралька по бутылочке. Вот мы от веревочки в три, один ряд проплетя, не закрывая ряды, плетем вверх-вверх по спирали. Это я не закрываю. Названия нет у рисунка. Веревочка в 4, ситцем в 2 шага. Первый шаг. Так, я второй трубочкой не сделала. Шаг, отвлеклась. Стойки пляшут. Видите, тесно как становится. Вот. Второй шаг этой трубочкой. Придавили, подровняли стойку. Укладываем эту на место. И второй шаг этой. Эх. Снова клей закончился. Так. Ой. Спасибо большое за красоту. Пузырик у нас тут образовался. Где сопливчик? Так. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Может, даже много, но горлышко осталось не очень много вверх. Так, здоровья, Наталья. Олечка, спасибо большое. Вы всегда так чутко ко всем относитесь. Огромное спасибо. Так, значит, вот вернулась на свет, вернулась в вертикаль. Три в ряд. Второй шаг ситцем делаю этой трубочкой. Подравниваю. Вот. Кресло плела, угробила спицу. Отвалится, так отвалится. Ну ничего. У меня есть другой конец на ней, поэтому... Так, снова наращиваю. Чик.
Раз. Первый шаг ситца. Ой-ой-ой. Я на вас посягаю. Глаз алмаз у вас, Наталья, все ровно. Ой, спасибо. Похоже очень на лозу. Можно так и назвать. Лоза. Спасибо большое. Будет, значит, лоза. Так, первый шаг. Все в кучку. Оставляем эту. Ну что, при помощи спицы буду подправляться. Стойки вверх. Второй шаг. Стоечка назад. Вернись. Так. Обняла, уложила, обняла. Через три шагнула. Первый шаг. Раз. Снова стоечку вернула. Здесь вот уложила. Второй шаг. Вот. Ну, вроде как обнимаю душу. Так, еще разочек. Изделиями на морозе. Так, пропустила. А как быть с нашими... Никак, Олечка. Мои изделия... У меня на балконе стоит круглую зиму. С полуоткрытым окном сундук. Никуда не делся, ничего с ним не произошло, поэтому даже не переживайте. И крышка деревянная, и картиночка на крышке, и все на месте, все работает по-прежнему. Сидим на нем, поэтому совершенно ничего страшного с ним не произойдет. Полезные, интересные уроки. Спасибо огромное. Шаг первый. Шаг второй. Кто уморился уже вот так делать, обрезайте одну трубочку, переходите на веревочку в три. Сначала тут, конечно, подровнять надо, в одну плоскость вывести. Так, шаг первый. Шаг второй. Душу. Так-с. Шаг первый, шаг второй, да, на весу, кто знает, жутко неудобно плести, но выхода нет. Если так лягу, вам видно? Я думаю, вот так вот будет вам видно. Так, детям с вами сказала, что это было. А на круглом, да, можно, Олечка, угробить две, потому как там есть куда чего подтыкивать. Можно сделать шаблон. Лидия, можно, но если вы потом планируете его вынуть. На бутылке обрисовать, конечно, не стало это все дело. Вот. Поздно включилась. Светочка Русакова, это я вам. Я делала 3 на 3. Вот здесь 3 на 3. 3 ряда по... Три штуки, потом разделила их по одной с каждой веточки. Вот, поэтому вот так вот делала. Так, первый шаг я сделала, второй не сделала. Ой, глаза повыкалываю. Раз. Так, теперь снова через три шагаю. Первый шаг. Раз. Прижимаем все к горлышку сюда же и делаем второй шажочек. Снова беру. Через три шагнула. Так. Снова душу Дездемону свою. И сюда второй шаг делаю, стоечку подтягиваю на место. Видите, как узенько стало по сравнению с пузатым местом, вот и низом. Ну вот, поэтому все-таки хорошим решение было на 12 стоек выходить. Так, первый шаг. И плотненько второй шаг. Сейчас мы попробуем с вами вернуться вот к этой же точке. Ну, то есть выровнять вот так вот горлышко. И остаточек пропустить веревочкой в 3. Чем дальше, тем сложнее. Вы справитесь. Наташа, большой молодец. Оль, спасибо за уроки. Побывала на эфире, отдохнула от нашей обстановки. Галочка, держитесь. Обстановка, да. Шаблон хорош.
Междурядья мерить. А, ну можно, да, картон проставить или что-то. Можно. Ну, девочки, всегда говорю, есть шикарная фраза для нас, прям вот для рукодельников. Я художник, я так и вижу. Куда залегла? Может, вы так и задумывали. Там и пригодилось, скажем так. Теперь я тут стараюсь, вот видите, у меня резьба на горлышке, стараюсь вот ровненько плести вдоль резьбы, для того, что я сюда вот дойду, уберу одну трубочку и перейду на вот этот отрезочек, на веревочку в 3. Отдых как на курорте. Спасибо. Такс. Первый шаг сделала, второй сюда. И теперь я тут не ползу уже вверх, а вот делаю параллель, одинаковое расстояние. Первый шаг, второй шаг. И выставляем стоечки вот в одно положение. Первый шаг. Вот примерно видели, ну взяли одинаковое и сюда же. Второй шаг, первый. Междурядье, да, междурядье, можно. Так, первый. Вот. И второй рядочек. Первый. Это я убрала бумажку и скреплю о стол. Простите за звук, конечно, но... Трубочки скрипят. Так. Нарастили. Как выйти из эфира, Танечка? Просто выйдите, крестик в углу, нажмите слева. Ой, справа. И выйдите. Расскажите, пожалуйста, еще раз, как обрабатывали трубочки. Вот эти вот конкретно, которыми плету. Собрала остатки от разных заказов. Вот. Чуть-чуть не вниз надо. Взяла ведро белой акриловой радиаторной эмали, открыла. Взяла широкую кисточку. Чуть-чуть на кончик эмали, на кисть. Лишнее обтерла об борт ведерка. И по всему пучку, ну, средний вот такой беру небольшой, почти сухими кисточками. Почти сухой кисточкой возюкаю по трубочкам. Все. Эмаль полуглянцевая, тоже дает хороший блеск, хорошую пленочку дополнительную. В общем, хуже они не стали, только лучше. Так, я выхожу тут в одну линию или не выхожу? Чуть-чуть вниз, стоечку подтянуть. Вот так. Так, дальше второй шаг делаю. На низ немножко. Виточек раз. Второй шаг делаю на низ чуть-чуть. Вот видите, дохожу, соединюсь таки с этим делом. Так, шажочек раз, второй шажочек. Ползи. Раз. Лежу за руками. Видимо, окончательно пойму, когда попробую. Рисунок интересненький. Спасибо большое, Антонида. Да, тут правильно. Надо пробовать. Вы не увлажняете перед плетением. Я стараюсь вот трубочки хранить в холодильнике. Это раз. Второе, я стараюсь их не пересушивать во время процесса окрашивания. Если я крашу сухим способом, то от увлажнения тут никуда не уйти. Поэтому, да, обязательно увлажняю. Раз. Ахах, легко сказать, нажмите крестик и просто выйдите. А как от этого? А, вы об этом? Ну да, от этого никак.
А, вы имеете в виду, я думала, от плетения. Я вот уже 8 лет под наркозом каким-то непонятным. Поэтому я, да, вас понимаю. Так, вот видите, я выхожу, поднимаюсь вот уже к этой вот линии. Густенько, хорошо, у меня все плотненько. Видите, как первый шаг сделала. Ну и проверяю себя. Вот, ну, плюс-минус одинаково. Еще один, пожалуй, рядочек, шажочек сделаю. Додушу свою Дездемону. Вот так вот. Раз. Все, раз, два, три, четыре. И вот эту. Проведу и обрежу. Второй шаг. И вот здесь я ее просто срезом к бутылке, к горлышку, вот туда утоплю. У меня остаются три трубочки. Я не обращаю внимания. Вот делаю первый стежочек. И плету веревочку в три. Ой. Я стану на ноги. Можно? Вот такой рахитосик получился. Веревочка в три. Вниз. Уже откуда растут, оттуда и берем. Так, руки за грибуки. Это я трясу вас. Простите, пожалуйста, за качество. Если взять окрашенные трубочки, засунуть в морозилку в пакете, а затем просто достать и сплести, то увлажнение пропускаем. Да? Леночка, если вы засунете сухие трубочки в морозилку, сухие достанете. Если вы засунете вот такие готовые к плетению трубочки, то вы их достанете и будете сразу ими плести. То есть все зависит от того, какие вы туда, если вы переувлажненные, то есть после морозилки трубочки оттают, та влага, которая была в пакете, снова вернется в ваши трубочки, вам нужно будет их досушивать. Морозилка не делает волшебства с трубочками, она их консервирует на определенный срок, скажем так, пока вы не решите и не будете готовы плести. Слышно, как скрипит лоза, уже подсохла. Нет, у меня лоза не подсохла, она просто хорошо обработана хорошо. Получается у нее такой вот скрип. Так, напишите, видно, слышно меня? Так. Наращиваемся. Они у меня короткие. Стоечки я наращивала вот по спиральке. Там, где прячется под виточек, по спиральке я подставляла, ну, каждый раз делая шаг вот в этом месте. Вот получается, перед вторым шагом. Первый шаг мы три проходим, второй шаг мы вот так делаем. И когда мы проходим второй шаг, под этим местом я делала наращивание, чтобы спрятать. Так. Я просто прямую веревочку в три прямую. Спасибо. Покраска выкрашивает цвет. Вот так, пропустила. Обязательно перед покраской выкрашив цвет, выкрашивать в белый. Перед покраской чего? Трубочек. Трубочки мы или с жидким составом для белых трубочек красим, либо же красим. Белая аквалазурью. Хороший способ. Простой, легкий. Не получится, не может. Так. Закрывать тоже не буду, поскольку здесь у меня ни начало, ни конца. Спираль так спираль. Все равно какое-то лицо у вазы потом будет. Мне нравится, как стоечки сейчас выстроились. Все вот солдатики. Так. Редко не закрываю веревочку в три. Но здесь как раз, видимо, тот самый случай. Так. Один. Два. Наращивания помним, туго сильно не тянем за рабочие, чтобы это все не развалилось.
как убрать этикетку с бутылки, чтобы чистенько было. Замочите железным ежиком драйв, если клей матерый такой. Вот, поэтому я за такие способы. Если там самоклейка какая-то и такой клей, который не, ну, знаете, как такой с липучкой сзади, то, ой, честно, пробовала много. Ацетоном потрите, будет хорошо. Растворитель который. Так, что у нас частенько было? Видно, слышно, замечательно. Все хорошо. Добрый вечер из Ялты. Наталочка. Спасибо большое. Рада вас тут видеть. Видно и слышно. Не подскажете, как убрать? Так, поняла. Спасибо. Очень хорошо видно. Очень хорошо. Понятно. Очень здорово получается. Спасибо вам большое. Любочка, спасибо и вам большое. Так, проплетаю веревочку в три. Дойду до макушки, сделаю загибку и, наверное, еще там фенди-бобер из загибки сделаю небольшой. Ну вот. Это я. Это я. Не бейте меня. Добрый день, Олечка. Так, снова режем. Первый уже попал. Скажите, пожалуйста, а потом можно будет смотреть? Да. Не знаю, кстати. К сожалению, запись сохраню. Могу делать трубочки под... Сколько могут лежать трубочки до покраски и обработки? Есть какой-то срок годности, чтобы они не пересохли? Танечка, вы имеете в виду до покраски какой? Если у вас просто накручены трубочки, ничего с ними не будет. Они годами могут лежать и ждать нужного времени, скажем так. Поэтому... Складывайте в темное место, сухое темное место, и пусть дожидаются. Что за резиновая краска? Резиновая краска, но она продается, прямо на банке написано резиновая краска, но я бы, конечно, искала глянцевую и по сухому попробовала бы окрасить трубочки. Спасибо, Верочка, за очередной шедеврик. Так, снова мазюкаю. Ну, наверное, в этот раз штучки 3. Посмотрим. У меня просто доверху осталось совсем немножко. Загибку я буду делать теми, что у нас удлиненные стоечки. Вот, поэтому. Так. Где теперь смотреть клипы ваши, отдачи? YouTube совсем не работает. Галочка, в Телеграме у меня все дублируется. Все можно там же смотреть. Вот, поэтому не расстраивайтесь, мы плавно переползаем в Рутуб. Вот, дача преображается. Не поверите, с утра я была как черт грязная. Я, ой, бордюрную ленту вкапывала, прыгала на лопате, чтобы в эту глину могла она уходить. В общем, муж обещал купить обычную штыковую. У нас такая, к сожалению, пока не появилась. Ей бы было гораздо проще. А у меня такая была мужская. Мужнина, рабочая, тяжелая, металлическая, сварная какая-то, в общем. Но я справилась. Камушки подсыпала, ленты отделила. Полимерные одного вида бывает, так и называется. Называются они по-разному. Титан, акстон, производители обычно их обзывают так. А так он просто полимерный клей. Он один. Просто просите полимерный, вам дадут его в магазинчике. YouTube с VPN работает. Вот. А, бывает так и называю. У меня работает. У меня на телефоне работает, на компьютере нет. А у меня сегодня вообще не получилось зайти. Он у меня с VPN крутил колесико свое, крутил и никуда его не докрутил. Вот так бывает. Так, какая интересная. Получилось. Вазочка. Плетение спирально. Вообще классная идея. Спасибо вам огромное. Так, Леночка, приятно читать. Спасибо вам огромное. Вот. Буду, пожалуй, сейчас сойдусь в одну плоскость. Вот
наверное, сюда уже. И буду делать загибочку. Какая снова красота. Чем обрабатывать трубочки после скрутки? После скрутки, Олечка, мы красим трубочки либо составом с колерами, либо мы красим их морилкой, что гораздо проще. Вот девчата переходят плавно на сухие бейцы. Смотрите, у меня нет начала ряда, у меня нет конца ряда. Поэтому я вот сейчас возьму так спицы. Смотрите. Загну вот так трубочку. Вернись, резкость. Вот так ее подрежу. И запихаю ее вот сюда вот. Так, сломанный конец нет. Ну, теперь эта бутылка точно, думаю, не разобьется. Она у меня уже просто падала. Я переживала. Даже вида эфира, пожалуйста. Не с очень большой высоты, но крепко не разбилась. Вот туда заправлю. Видите, как в один уровень. Второй кончик тоже самое сделаю за стоечку. Вот такой вот Г-образный загибчик. Небольшой вот срез. И затрамбуем его туда к бутылочке. Внутрь. Приятная штучка получилась. У меня в таких бутылках крупы. Лица декупаж. Классно. А у меня будет ваза. Я редко покупаю вазы. Вот, поэтому будет такая вот самодельная. У меня есть ваза плетеная такая на литровую банку. Вот я тоже ее люблю, но она широкая горлышко, не всегда вот поставишь. Сколько, кто видел в начале встречи мои сухоцветы, которые уже с полгода вот лежат, ждут очереди мои. Пышные колосочки, пушистики. Вот. Они там сильно привольно бы себя чувствовали. В кувшине в целом литровом. Поэтому я решила сделать такую вот небольшую. С худой горлой. Так, подрезаю и заправляю. Ну вот, снова простите меня. Так. Спасибо вам за ваш труд, за ваши идеи, вдохновение. Приятно смотреть уроки, они очень полезны. Спасибо, Тата. Меня дядя когда-то так называл Татой. Так, вот, прижали. Ну и теперь моя любимая розга. Ученики на первых модулях ее не очень любят. Вот, но тем не менее, будем ковырять розгу. Сделаю обычную, хвосты резать не буду. 3, 4. Чем обработать вазу? Леночка, тут выбор один. Мы берем, значит, нашу вазу, берем тонкую кисточку для рисования акриловых красок, вот или чего-то такую, белку, например, и возюкаем ею по нашему плетению. Я этого делать не буду. Так, один помощник. Два помощника. Так, кто делает, умеет розгу, не смотрите. Вазочка супер, сколько трубочек надо. Ой, я взяла вот буквально вот такой пучочек, достала, и вот он весь, ну, штук 100, наверное, больше не было. 100-150, у меня, ну, такая вот по размеру бутылка была из-под сока, азербайджанский какой-то сок, ну, честно скажу, вкусный был. Вот, поэтому я всегда, я не так сок хотела, я люблю добрый, вот, а бутылку надо было, ну, очень. Муж говорит, а добрый? Я говорю, нет, говорю, добрый, я говорю, сам, а я хочу вот этот. Вот, мы такие хитрим иногда. Спасибо вам огромное за мастер-класс. Здорово, к сожалению, переувлажнила трубочки. Немного не получилось. Досушивайте их, Танечка, и пробуйте снова. За ценные уроки, как всегда, все понятно и красиво. Если делать таким узором, но сплошное плетение. Ну, тут даже не в два, тут по два ряда между рядами ляжет. Поэтому я не скажу, что оно прям расходное такое плетение по... Я делаю розгу, но не обрезаю хвосты. Вот я закладываю, хвостик остается. Закладываю. На 3 хвоста делаю обычную. Следующую прижимаю. Наставила помощников. Берем левую. Закладываем за правую. Хвост оставила. Следующим прижимаю. Берем опять левую. Хвосты у нас со скрутками остаются.
направила сюда, эту прижимаю. Снова беру вот левую, оставляю короткую, их не обрезаю в этот раз. Заложила, следующий прижала изнутри. В розге важно, чтобы вот тут трубочки в одну плоскость сложилась. Сколько времени? Светочка, в морозилке трубочки могут быть. Да вот сколько угодно. У меня и по 2 года бывает лежат. Но пока до них очередь не дойдет. Потому как, ну, то остатки собираешь, вот, да, в какой-то меланж. Или вот так я остатки выкрасила, вот сегодняшний урок. Это остатки от моих заказов. Либо же, ну, просто не получилось поплести, и как бы гранатовый сок, возможно. Ну, у меня был томатный, гранатовый я не люблю, поэтому, возможно, и гранатовый сок. Еще вино какое-то продают. Сангрия, что ли, как-то так вот оно называлось. А, я уже вытаскиваю без вас, простите. Значит, снова берем вот более длинную, закладываем. Первого помощника я, простите, вынула без вас. Прижимаем изнутри. Снова берем более длинную. Помощник, которого я вынула, я вот на его место в дырочку сюда ставлю трубочку. Следующую по ходу. Ну, мы не обрезаем, поэтому оставляю. И изнутри вот прохожу более длинной. Итого у меня остались 2 длинных хвоста, 3 длинных хвоста. И осталось у меня 1, 2 и 3 помощника, коротышки вот этих вот. Значит, что мы делаем? Первого коротыша мы вытаскиваем. Стоп. Вот сюда вот ставлю спицу свою калечную. Коротыша вынула. У спицы есть свой ход, вот он. Теперь мы эту трубочку запихаем на место спицы, вот в это отверстие. Вот она сюда займет место того помощника, который я выдрала, оставила. Следующий помощник, вот он торчит, я спицы повторяю его ход. Вот, заковыряла и вытащила. Снова беру длинную трубочку. Вот так делаю для того, чтобы она у меня не заламывалась в процессе протаскивания. Протащила. И вот так вот. Ну и третья. Пролезла там, где у меня помощник, еще один. Его вытащила, спицу повернула. Беру третью длинную оставшуюся. И сюда затаскиваю. Здесь поправляем в одну плоскость, выкладываем, подправляем вдруг, что надо подтянуть. Все. Наши ежики остались. У кого короткие, конечно, стоп. Все подрезаем. У кого более длинные. Так, спасибо за урок. Процесс завораживает. Осталось научиться делать трубочки. Отстала. Плету сплошным узором. Вторая будет, как у вас, по повтору. Замечательно получается. Спасибо, Наташенька. Валенька, жду вашу красоту. Когда достаете из морозилки, размораживайте их, досушивать надо. Я достаю из морозилки и вот так вот, смотрите сюда. Вот они у меня как достала из морозилочки. Чуть-чуть полежали полностью закрытые. Буквально вот снег сошел. Вот тут иней на них появляется в пакете. Потом я открываю им раструбы. Все остальное в мусорном пакете прижато, вот, чтобы воздух не доходил. Благодарю за урок. У меня есть накрученные трубочки. Ой, как выпнула. Писать начали. Я же так не доплету с вами. Топ. Очень хочется попробовать. Так, ну теперь мы можем как? Через 2 вниз. Раз. Повторяем. Через 2 вниз. Ну, жалко мне всегда хвосты обрезать, не поверите. Через 2 вниз. Придерживаю. Через 2 вниз. 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 Через 2 вниз.
Попугай Наташа. 100 раз одно и то же. Снова вниз. И вот первая, которую мы заводили, мы чуть-чуть вот так ее оттопырим. Место, чтобы было. Через 2. Вниз. Тащим. Раз. Эту приподняли, на место поставили. И вот у нас вторая такая же. Можно было сразу, конечно, помощники поставить, но легких путей не ищем. И вот смотрите, через 2. И вот сюда, вот в отверстие вниз. Раз. У нас получился такой вот ободочек. Можно подтянуть и обрезать хвосты. Можно сейчас, можно когда ваза подсохнет, как считаете нужным. Вот. Поэтому я буду сразу обрезать. Мне же не терпится цветочки в нее уже поставить. Так. Хочу вот ножницы, о которых я говорила ранее, да? Смотрите, как они четко. Дыньк. Вот прям куда надо лезут и где надо чикают. Вот эти вот дылды, ну, любимые дылды, они исключительно режут. Даже после проволоки. И в песке они у меня валялись на улице случайно. Мы резали агроволокно на клумбе. Так получилось. И хвост, и в гриву. Вот, поэтому напомню о том, что будет после публикации прямого эфира запись, я сейчас постараюсь сохранить, будет полезный пост со ссылочками. Нужно будет заполнить, чтобы забрать чек-лист со ссылочками, нужно будет заполнить анкетку, там буквально пару вопросиков, и чек-лист ваш. Не, это я отвлеклась, смотрю оценивающе на свою вазу. Вот такое вот получилось. Вот. Ну и может примериться. Хоть пару веточек достать. Я, конечно, понимаю, что их нужно поставить, обрызгать лаком для волос, когда они малость распушатся. Но уже очень хочется. Тыдыщ. Великовато. Но у меня есть более длинные. Да, с ними еще надо работать. Вы не представляете, сколько с них сыпется мусора. Но это же такая красота. Посмотрите, они как отойдут распушаться. Котики. В общем, пока что с этими. С этих меньше сыпется. Тынька. Вот такие вот котятки. Жиденько, но все равно красиво. И остальные доставлю, потом будет красивее. Так, себе такое сделаю. Спасибо огромное. Вот. Свет сейчас, конечно, на меня неудачно падает. Но вот мы сегодня сотворили вот это вот чудовище. Чудо. Кто как назовет. Здорово. Спасибо вам огромное за комментарии. Задосушивайте, сказала. Можно их обработать, повторить. Конечно, флюрочка, повторяйте, обрабатывайте. Чуть подсушили до пленочки хорошей, окрепшей. И потом плетите. Если пленочка у вас будет обдираться, значит, сушите еще. Благодарство от души. Эстетическое удовольствие. Пока так. Светочка, спасибо огромное. Спасибо всем огромное за то, что были со мной. За посещаемость, за внимание, за все-все-все, за ваши комментарии, реакции. Вот, кручу-верчу, красоту хочу. Супер, Лидочка. Ножницы Джак. Вот говорила о том, что будет пост с полезными ссылочками. Заходите, не стесняйтесь, забирайте. Шикардосное горлышко. Да, у него двойной виточек получается за счет того, что вот я не обрезала. Ну и сверху вид такой вот интересненький. Вот поэтому пользуйтесь, была рада поделиться. Всем огромное спасибо за встречу. Вот, вопросов пока не вижу. Одна похвала. Очень мне приятно все это читать. Умничка, да. Для меня плести будет трудно. Любочка, если вы, ну, медленно, вот с самого начала, вот самых вот этих вот рядов нижних, то здесь все совершенно одинаково, потому что веревочка в 3 повторяется здесь так же, как и внизу. И вот этот штришочек, загибочка, ну, я думаю, справитесь. Пудрой покрыть изделие, это надо делать после лакировки изделия или во время нее. Какой пудра, Аллочка? Та, которая у Света Марилки Бейтс?
Если та пудра, она разводится с лаком, и вы мажете ей хоть после изделия, можете нанести как патину губочкой по изделию, либо же по трубочкам сухим способом макаете кисточку в вашу наведенную пудру и возюкаете по трубочкам. Спасибо всем огромное. Вот, все уже, Олечка, спасибо, бальзам для сердца. Так, просто смотрела. Приятно даже, когда вы просто смотрите, приятно, когда вы пишете. Большое спасибо вам, большое огромное на обучение. Где посмотреть, как плести короб? Танечка, как плести короба? Это у нас модуль «Короб в нишу». Там мы начинаем плести короба, или модуль номер 2 «Прямоугольные формы». Там тоже у нас есть короба и подносы. Так. Учениц много, спасибо, что приходите. За гибку. Ирочка, будет запись, я сейчас как раз займусь сохранением, чтобы все попало куда нужно. Огромное всем спасибо. Вот, я надеюсь, у вас тоже получится ваши вазочки. Будет чем их наполнить. Вот, пусть вам дарят цветы. Вот, бесплатные есть, Танечка. Вы можете пролистать или зайти в сообщество, там видеораздел, да, или пролистать нашу группу. В среднем раз в месяц я делаю вот такие вот прямые эфиры, общение, делюсь чем-то новым, что увижу. Вот, стараюсь плейсборников не плести, делать все полезное. В общем, все, я пошла сохранять. Всем огромное спасибо. До встречи. Вот, Танечка. Танечка, супер. Я бегу. Чуть не забыла, а? Спасибо огромное, что напомнили, а то я тут на эйфории уже. Смотрите, смотрите. Вот любимчик мой на нынешнее время. Farbitex ProfiWood биолазурь для древесины. Акриловая. Я беру бесцветную. Можно взять также с цветом. Она тонирующая, с воском есть. Но у меня бесцветная. С воском, но бесцветная. Да, лазурь акриловая для древесины, защитно-красящая. Но выбираем без цвета. Вот у меня написано бесцветный. И объем у меня 2,5 литра. В среднем можно найти такое ведерко за 970, за 1200, за 790 как-то мне перепало, потому как беру не первый раз. И она достаточно густая, хорошая. Вот видите, трубочки не склеивает, не вода водой, вот прям кисель густой такой хороший. Вот поэтому рекомендацион большой Wildberries Озон, она там есть, и мои рекомендации тоже есть. Вот. Шикарная биолазурь. Вот, кто пользовался, тот знает. Олечка, спасибо огромное. Ей трубочки обрабатывать, да. Трубочки ей обрабатывать. Хорошее дело. Все, всем спасибо, всех обняла, поцеловала. Танечка, спасибо, что напомнили. Вот, а то бы я считала себя виноватой. Все, всем пока-пока. До следующих встреч.